Так, это у нас 21 августа 2021 год, 22-24, в Харькове по Киеву. И это максимальная ISO, максимальные настройки светочувствительности, дабы посмотреть на то, как у нас тучки, как у нас тополя. Как у нас вся иная красота. Ну, максимально приближать здесь я смысла не вижу, потому как такое ISO изображение нам делает пластилиновое. Это все в предыдущих дублях можно посмотреть. А сейчас посмотрим Давай, может, мы даже увидим. Ну, Юпитер видно, вон он в углу, в левом углу сейчас, да, огромная, сияющая красотень. А вот Сатурн. До Сатурна 1 миллиард 345 миллионов километров. Противостояние его, то есть на ближайшем расстоянии от Земли, он был 2 августа. Эй! Не обещай, не надо. Придется даже уменьшать. О, смотри, даже кольца вижу. И хорошо вижу. Народ, 6400 ISO. Это мрак вообще. И смотри, как знатно видно. Выдержка. 1 к 125 вместо 1 к 30. Да. Наверное, это даже лучше будет дубль за счет того, что и Сатурн-то видно четко, а ветра нет, как на предыдущих дублях. Вообще шикарно получилось. Ладно, пошли. Давай сейчас коротенько, может, снимем. Уложимся в пару минут дублика. Я, конечно, в это не верю. Никогда такого не было. И вот опять. Ну вот, мы сейчас посмотрим. На Юпитер со спутниками. Это штатив пытаюсь поглубже вогнать в землю. В сырую матушку землю. Вот справа у нас Каллисто. Чудесно видно при таком ISO Каллисто. ISO Каллисто — это не одно слово. Так, дальше идет Юпитер, до которого 600 миллионов километров. Дальше идет Ио, а вот и ветер. Спутник Ио, потом идет спутник Европа и замыкает нашу шеренгу Ганимед. А ну давай сейчас сделаю ход конем и уменьшим. Выдержку. Ох ты! А я сейчас вижу даже полосы экваториальные на Юпитере. Конечно, спутники не видны при таком уменьшении выдержки, но вот полосы видно. Это даже было еще не максимальное увеличение. Вот это да. А ну сейчас. Нет, придется немножко подправить. Быстро движется. При таких увеличениях через кадр планеты просто проносятся. То есть фотоаппарат стоит на штативе, я не кручу никуда, это просто движение, вращение планеты Земля. Да, 2 минуты дубль, отлично, все сложилось.
что называется. Так, ну я вижу и полосы, и спутники. И экваториальные полосы, и спутники. Молодец. О, ты видишь, какие облака? Ужас. Вообще, все небо сплошь затянуто облаками. И только там, где нам нужно поснимать, у нас красотень. Ладно, давай на Луну. Потом сделаем ISO, наверное, 800. Или чуток поменьше. С 19 на 20 ночью снимал противостояние Юпитера. Возвращался, как дал мне ливень. Всю аппаратуру мне промочил. Думал, хана фотоаппарату. Нет, живой вроде. Хотя сейчас, конечно, посмотрим, как это все. На мониторе будет смотреться, как на компьютер перебрасываться. Хорошо. Это дубль третий. 21 августа 2021 год. Харьков, 22:31 по Киеву.